Недавно получили письма с Камчатки, со всей России. За душу взяло одно письмо с Камчатки. Постоянно ношу с собой это письмо. От маленькой девочки. Звать ее Маша, в 4 А-классе. 10 лет ей. Письмо для всех солдат. Мы за вас болеем, чтобы вы были сильными, здоровыми, хитрыми и смелыми. Мы любим вас. Извините меня, что я вам конфеты не принесла. Я занята была. Я люблю смеяться, а вы? Мы тоже, Машенька, любим смеяться. Слава вам, пока. Вот такое вот письмо в виде открыточки от Маши. С собой его ношу.